О метеопрогнозах на пятницу расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – газета «Северный рабочий». «Северный рабочий» – газета всех поколений, на все времена. Будьте вместе с городом, выпишите «Северный рабочий». До 30 июня стоимость подписки на газету на месяц от 199 рублей. Оформить ее можно в редакции на улице Южной, 20, в пункте на улице Мира, 15. Или пригласите агента по подписке на дом. Телефон 56-27-83. Услуга бесплатная. По данным сайта Архангельского гидрометцентра, в субботу, 14 мая, в Северодвинске ожидается ночью до плюс 6, днем 17 градусов тепла. Ветер южный, умеренный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 761 миллиметр ртутного столба. Переменная облачность, без осадков. В народном календаре 14 мая – Еремей Запашник. На Руси в это время шли изнурительные сельские работы. Вспашкой засев полей. Люди просили небесной помощи и следили за приметами. Если на Еремея день погожий, убирать хлеб предстоит также при хорошей погоде. Если муравьи чистые и сытые, пшеница уродится. А чтобы год оказался плодородным, на Еремея не давали в долг ни денег, ни куска хлеба. Лучше сделайте подарок себе – подписку от нашего спонсора «Северного рабочего». Газета «На все времена». На этом все. До встречи!